Скажите, пожалуйста, почему во втором тайме вы не могли реализовать свои моменты поначалу? Это полевые вопросы. Но мне не трудно сейчас сказать, с чем это связано, но лучше, наверное, создавать моменты и их не реализовывать, чем вообще моментов не иметь. Моментов у нас было сегодня предостаточно. Забили 5 голов. Не так уж плохо. Да, безусловно. А вам не показалось, что сегодня была игра двух голкиперов? О, нет, это точно. Мне кажется, если уж говорить о голкиперах, то только голкипера соперников он сегодня был в порядке. У меня, по сути, 3 удара и 3 гола. Я не очень готов был, походу, к сегодняшней игре. Нет, на самом деле ударов в ваши ворота много залетало. Игра была очень насыщенной и динамичной. Как вы оцениваете игру соперника? Ну, не знаю, я бы, наверное, не сказал, что игра была слишком динамичная. Но соперник нам сегодня доставил немало проблем. Наверное, за последние 4 игры это была одна из самых тяжелых игр. Ну, можно отметить игру соперников. Они новички, они молодцы, они только привыкают к этому полю. Возможно, они даже мне понравились. И я по уровню еще не все команды здесь видел, но я скажу, инферно молодцы. А если бы вы сегодня проиграли, они бы тоже были? Конечно, они же показали бы игру лучше, чем мы. Значит, молодцы.